Асфальтобетонное полотно начали ремонтировать 5 июля. За этот участок подрядчик взялся из-за разрушения верхнего слоя. К тому же перепады здесь, так называемые асфальтные волны, местами доходили до 30 сантиметров. Ежегодный ямочный ремонт, по словам специалистов, не помогал. Сперва выполнили фрезеровку, сняли верхнюю часть старого покрытия, подкорректировали люки до отметки проезжей части. А сейчас главная задача рабочих – качественно уложить новое асфальтобетонное покрывало. Как сообщают дорожники, оно должно прослужить 3 года. Работы идут на опережение, то есть мы вообще планировали завершить все работы августом месяцем, то есть до конца августа у нас контракт заключен. Если сейчас все хорошо, удачно у нас сложится, то к концу недели мы все работы завершаем. Специалисты ведут работы по полосам, чтобы не перекрывать оживленную магистраль полностью. После завершения ремонта останется вырезать небольшой фрагмент дорожного сэндвича и сдать в лабораторию на экспертизу. Это нужно, чтобы определить плотность и надежность материала. Стоимость муниципального контракта по итогам торгов 9 миллионов. Средства выделены из городского бюджета. Анастасия Марьясова, Михаил Кудрявцев. Новости.